Я уже снимала ролик о том, как я разводила раствор дрожжевой для того, вот в таком бокале 50-граммовый пакетик дрожжей, для того, чтобы укоренить зеленые черенки винограда. И что я вам хочу сказать, что я вот обратила внимание. Сейчас я покажу, вытащу эту веточку. Вот, посмотрите, уже проснулась почка. Вот, уже почка проснулась. Некоторые уже проснулись. Я с 20 сентября посадила эти черенки в воду. А сегодня я сделала раствор дрожжевой. Значит, почки проснулись. Вот еще покажу и на другом. Тоже почки проснулись. Вот. Сейчас покажу. У меня все были почки. По три почки у меня было. А вот видите, вот сейчас я покажу. Вот одна почка проснулась. Вот вторая почка проснулась. Потому что тепло на улице. Вот. И я ставлю вот воду в дрожжевой раствор. То же самое я сделала в медовый. Вот такой раствор. Мед. Чайную ложку. Тоже вот на такой бокал. Вот на такой бокал сделала медовый раствор. Так что у меня уже, можно сказать, почки. Вот еще покажу. Вот еще здесь тоже почка проснулась. А они были в воде. Вот сейчас покажу. Вот в воде. Вот почка проснулась. Потому что на улице тепло. Вот так что мне ждать, что они проснутся. Вот еще почка просыпается. Так что все нормально. А в медовом растворе мне нужно, чтобы укоренение было, чтобы я посадила в землю. И уже готовое в этих баночках стояли уже в земле. Мне нужно корни, чтобы черенки пустили корни, потому что верхушка уже есть. Вот, а черенки мне нужно, чтобы они укоренились. Так что вот так. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.